Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на канале CryptoInvest. А это значит, что сейчас будет порция новостей из мира криптовалют. И в сегодняшнем ролике я хочу рассказать вам о проекте, который уже дал своим инвесторам 10 иксов. А название у проекта Safe Hamsters. Давайте ближе знакомиться с ним. Итак, сразу скажу, что токен проекта построен на блокчейне биржи Binance. И это говорит нам о том, что у нас будут максимально дешевые и быстрые транзакции по сравнению с блокчейном Ethereum. Давайте пройдемся по их сайту и посмотрим, что у них там есть. Сразу говорю, что проект совсем новый и уже залистился на бирже PancakeSwap. Сайт не перегружен инфой, все только самое и важное, и нужное. Итак, нас с вами приветствуют, и сразу мы видим очень амбициозный лозунг. Возьмем 1% от всей капитализации криптовалюты. А также нам тут сообщают единый и правильный адрес их токена. Кстати, давайте рассмотрим инфу о их токене на BSC Scan. Ссылки на него есть в самом верху сайта. Переходим. Что ж, могу сказать, что со старта торгов прошло не так много времени, а уже имеется более 3700 холдеров. Впечатляет и очень внушает доверие. Также видна общая сумма токенов. И мы тоже можем увидеть суммарное количество операций, так что это тоже говорит нам о том, что активность на проекте есть. А мы с вами вернемся на сайт. К слову, чуть позже я покажу, как получить эти токены на бирже PancakeSwap. А пока что пройдемся по сайту. Также мы тут сразу можем перейти в их соцсети. Там же есть все новости о проекте, собственно говоря, живое общение как с админами, так и с обычными участниками проекта. Далее небольшое, но прикольное описание проекта. Если вкратце, то хомяки пришли, чтобы показать свои зубы и взять 1% от общей капитализации крипты и сделать для нас машинку на бесконечной энергии хомяка, которая будет приносить нам с вами доход. Они также уверяют, что продукт тщательно проверяется, чтобы мы с вами могли надолго обеспечить себя деньгами. Ниже представлена токеномика проекта, давайте ее рассмотрим. Общая эмиссия токенов у вас на экране. Также среди держателей распределяется 5% от каждой покупки или продажи. То есть мы с вами можем, держа токены на кошельке, зарабатывать на пассиве. Еще 5% заблокированы в ликвидности. 10% выделено на команду и разблокируется аж через 10 месяцев. А также еще 10% выделено самым активным блогерам проекта. Иными словами, на пиар. Что также радует, ведь реклама принесет новых участников на проект. Следующим идет дорожная карта. Причем в очередной раз хочу отметить, что сайт очень прикольно сделан. Мне вот реально все зашло. На май у них было запланировано основная разработка и старт. Далее маркетинг, то есть пиар и продвижение. И начало принятия платформы. На лето у них в планах листинг на CoinMarketCap, CoinGecko, Blockfolio, а также фарминг и стейкинг. На осень в планах сотрудничество и развитие проекта. Что также еще стоит отметить, это заблокированную ликвидность в количестве 177 BNB. Что также говорит о том, что у проекта есть стартовый капитал, и мы можем его приумножить с выгодой для себя. Да, также вы наверняка заметили эти огромные значки соцсетей, их точно невозможно потерять. Рекомендую перейти и ознакомиться с ними. А теперь, друзья, давайте я вам покажу, как получить эти токены. Нужно перейти в самом верху сайта по этой кнопке. Мы попадаем на PancakeSwap, далее я буду менять 0,01 BNB. Мы видим, что это нам выйдет приблизительно в 1,8 миллионов токенов. Далее нам следует установить проскальзывание в 12. Пробовал и ниже, но получал ошибку. 12 нормально. Подтверждаем и видим точную сумму. Опять подтверждаем, немножечко ожидаем и видим, что наша транзакция ушла в блокчейн. Будем ожидать ее завершения. Вот транзакция подтвердилась, и мы получили на свой кошелек чуть более чем 1,6 миллионов токенов.
Не забываем, что часть токенов ушла на комиссию и в ликвидность. Ну вот, собственно, и все. Ничего сложного, все очень просто. В заключении могу сказать, что проект только набирает свою аудиторию, и, к слову, вы уже видели количество холдеров. И это внушительная цифра для старта. И уже радует своих инвесторов своими приятными иксами. Так что не упускайте такую возможность. А я напоминаю вам, что всегда учитывайте риски, заходя на проекты. Я лишь озвучиваю свою мысль по этому поводу, а решение об инвестициях принимать только вам. А с вами был канал CryptoInvest. Всем спасибо за внимание. Не забудьте подписаться и поставить колокольчик. Всем пока!